На Десна. Несмотря на то, что он сейчас старый мелководный и течения особого нет, она все равно таит опасности. Недавно в кружубке погиб человек. Таблички предупреждали, что купаться опасно. Одна табличка, вон вторая табличка. Здесь крутой берег, также поворот водовороты. Приезжий студент Битма из Солнечной Африки с Камеруна, видимо, не обратил внимания на таблички, что купание запрещено. Не счел опасно нашу реку, вроде вяло текущую, сеть лесных берегов. И что ж, произошла трагедия. Было тихое, спокойное место, но казалось оно трагическим. Вот недостроенная лестница, песчаный спуск. Спуск тоже, кстати, стоит опасность. Крутой, корни, песок осыпается, дает выход к воде. Пока недостроена лестница, приходится идти по такому опасному крутому спуску. Вот такой опасный крутой подъем, ведущий к Сосновке. А вот вроде тихая, спокойная Десна. Небольшой пляж. Но казалось, он стал трагическим. Вот все, что осталось от человека, студента, приехавшего с далекого жаркого Камеруна из Африки. Все. Вроде бы не опасная Десна, но видите, что случилось. Тут даже мелко. Человек зашел, и остались сланцы и рубашка. Вот так. А там бурят водовороты. Течение меняет направление. Водяные воронки кругом. Впереди белая горка. Тут, кстати, к этому месту еще и лестницу делают. Но я не рекомендую в этом месте купаться. И вот памятник тому. Вот это и есть опасное место.